три причины, чтобы прийти в политстартап. Во-первых, это обучение. То есть вы получите уроки от ведущих экспертов, политиков, политтехнологов федерального и регионального уровня. Во-вторых, вы получите федерального или регионального наставника. Это, опять же, один из крупных политиков, политтехнологов, который будет вас сопровождать во время вашей кампании. Третий пункт – это команда. Вы найдете себе кандидата, если вы технолог, или технолога, если вы кандидат. Создадите с ним мощную команду, молодежный избирательный штаб, и под руководством мудрого наставника обязательно придете к победе.